Всем привет! Мой любимый сериал под названием «Флэш» вернулся с перерыва. И теперь мы можем продолжить наслаждаться его просмотром. Пойдем! Так, ты гений. Ты убил мою бабушку. Да. На глазах отца? Да. Он был мальчик. Нора. Он был еще ребенок. Драма пошла. Ты права. Да, это все-таки Тоун из первого сезона. Я не знала, что внутри у него столько ненависти. Но это так. Раз он знает об убийстве Норы. У меня столько же ненависти внутри к нему. Больше нет. Устанавливайте приложение 1xbet ага. На компьютер Всё. Или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом Том надежном в шоке. Букмекере 1xbet прямо сейчас. Спасибо за рекламу. У нас есть хорошие и плохие новости. Найс. Иду, хорошие, иду ставить. Полиция устроила... Неплохо они объяснили отсутствие персонажей по-быстрому. О, да, я не могу в приставку нормально логично. Поиграть даже. А то раньше исчезал перс и... Всем похуй было. Ну это так, это, наверное, один раз будет объяснение такое. Ощущение свободного времени. Чисто порофло. АК бесплатно. Опа! Все. Проигрыш. Это как там? Мета-машина, ахуй. Эпик. В чем дело? Я вибрирую. Что делаешь? Посмотри. Что-то непонятно с этим судом. Частицы, что ты удалила. Я провела химию. Там же вначале видели Сесиль. Ты знаешь. Сесиль начала что-то чувствовать. Видимо, эти предметы действительно влияют как-то на разум людей, которые их используют. Видимо, в этом будет твист, но я могу ошибаться. Посмотрим дальше. Как это дело? Осторожно. Форсаж 10. Выходит Доминик Торетто. Женская версия. Опа! Это еще что? Это к чему было? Она дает честь, она из военных. Гениально. Прогоним ее по армейской базе. Я тоже отдаю честь, я тоже из военных. Бывший пилот и механик. Но здесь что-то... по транспорту. Здесь что-то сработало. Она была с позором. Хуя себе. Нет, это недоразумение, это несправедливо. Дайте мне поговорить с ней, пожалуйста. Хуя себе, она злая. Нора Уэст-Аллен. Ты кто? Ты кто вообще? Ты здесь суд, что ли? Ты здесь власть? Твой отец поступает так же. Какой-то левой драмы нагнали, если честно. Опять вот это вот все. Ненужные сопли. Абсолютно причем. Да ладно, девчонка. Конечно. Да если мы не будем верить в людей, то... Конечно. Короче, эта линия с тёлкой, ну, короче, побочный злодей, нужна для того, чтобы изменить мнение Норы о том, что... о Тоуне. Чтобы у них дальше пошло взаимоотношение. Короче... Такое. А, ну вот, видите, она дотронулась и все. Значит, и вправду, эти вот мета-предметы меняют... Щит. Покажи, на что способна. Бля, это реально какие-то Power Rangers уже, пиздец. Помню, в каких-то Power Rangers тоже людям давали предметы обычным, и они становились монстрами, бля. Вот откуда вдохновение черпается. Пиздец, это вот это мне уже, знаете, что напоминает? Ким 5 с плюсом. Я не знаю. Ну вот просто, ну я не знаю, что происходит. Впереди скользкая дорога. Я хочу поверить, что в тебе есть добро, Тоун. 51 минута до казни, что ли? Его казнить хотят или что? Позволь доказать тебе это. Изи наеб. Найс наебал. Хорошо. Ой, бля. Ладно. Что дальше? Well, верно? Конечно. Что желаете найти? Ну, мне нужны файлы...
на Нору Уэсталлен. Мне жаль, доктор Уэллс, но все данные были удалены Норой Уэсталлен. Опа! И что это значит? И что же это значит? Непонятно. В общем, ребят, я посмотрел новую серию Флэша. 5-6 из 10, в общем. 5-6 из 10 я не могу поставить больше. Потому что это очень было... Это очень трудно было смотреть. Вот начало с Тоуном. И конец. По сути, это то, что мы увидели с Тоуном... Здесь, в этой серии, оно никак не меняет сути, потому что то, что Тоун манипулировал Норой, это мы и так понимаем. Это мы и так поняли, понимаете? Они как-то серию не так построили. Они серию построили так, чтобы Нора... Ну, чтобы убедить Нору, что Тоун может исправиться. Потому что она в нем засомневалась из предыдущей серии. Но как бы было пиздато, если бы она уже знала, что Тоун убил родителей Барри, сделала вид перед Барри, что не знала, вернулась такая к Тоуну и такая, типа, Барри мне сам теперь все рассказал. Вот это было бы пиздато! Это было бы двинул сюжет. А так он никак не движется на месте, он стоит. То есть, понимаете, он стоит до сих пор на месте. Ничего, между Тоуном и Норой были какие-то отношения, о которых мы не знали, понимаете? Мы не знали об этих отношениях до момента той восьмой серии этого сезона, да? Они только там появились, и уже там выбрасывается конфликт, что Тоун врет. И за одну серию этот конфликт решается. Это не очень хорошо. По сути, конфликта для зрителей какого-то не было, потому что первоначально то, что нам показали отношения Норы и Тоуна, зарождаются как раз с того момента, что Нора не доверяет Тоуну, вот после того, что он наврал ей. И пытается найти способ поверить. И находит через побочного злодея этой серии. То есть сайд-злодея. Ну, так подвести сюжет, конечно, это просто, ну, не знаю... Сама разборка с этими сайд-злодеями в этой серии, опять-то, ведьма сраная, погодная, и тёлка с ключами от машины. Это пиздец. Но это вообще, это детская какая-то, это очень детская хуйня. То есть, это не то, что слишком фантастично, знаете. Это вот именно это всё сделало, это по-детски очень сделано. Посмотрите, просто какие у них значки были на планшете. То есть, ну это же пиздец. Это же, ну это вообще не знаю. То есть, Нора встала на дороге и начинает заливать свою, блядь, свой монолог этой тёлке, что она, типа, ошибалась. Притом они легко взломали эту супермодель машины, какие-то, блядь, это вообще какой-то... Ну это вот реально, просто детская хуйня какая-то. То, что эти предметы... овладевают людьми. Это вообще из Power Rangers. Я помню, там так же, блядь, главный злодей создавал злодеев на серию. Просто, ну... Как-то гениальный бой. Боев с ними нет. То есть, с ними абсолютно... То есть, в этой серии слив абсолютно, ну, неинтересный. Навсегда бы мотивации работающей. Каких-то интересных боев нету, чего-то интересного они не преподносят, поэтому смотреть на них неинтересно. Абсолютно. Вот судом, это было довольно оригинально, но с судом тоже проебались, так скажем. И строение серии мне само не понравилось, оно какое-то больно вычурное. Ну, то есть оно скомканное. То есть идет сначала Тоун с Норой, потом вбрасывается суд. Потом вбрасывается Циска с его загонами о том, что он хочет всех вылечить. Вот это вообще ни к силу, ни к месту было, вообще ненужная линия. Она никак ничего не делает, никак не раскрывает персонажа, ничего не двигает. Блять, вообще просто ни к силу, ни к месту вылезла. Шерлок Уэллс что-то пытается расследовать. И это сделано все так безобразно, то есть серия построена очень неумело. Сконструировано, что смотреть за этим очень трудно.
не понимаешь, где, куда, что идет. Точнее, понимаешь, но это просто фокус, нету фокуса. У тебя нету фокуса за тем, что ты следишь, потому что слишком быстро меняются события на абсолютно не связанные. То есть каждая из арок, которая была здесь, они не связаны. Связаны только сайд-квест злодей, по сути, и как Нора его побеждает, почему побеждают, и Тоун. Они связаны, чтобы дать Норе возможность вновь поверить Тоуну. Но я говорю, это не работает, потому что у нас только появились отношения с Тоуном, и они так быстро закрывают первый же конфликт, который должен возникать после того, как мы этих персонажей уже видели. То есть, если мы их с самого начала видели, у них были нормальные отношения, мы видели, что Тоун бы, типа, изменялся, и потом у него вот такая хуйня выскакивает, тогда бы было совсем другое. Здесь этого не показывают, к сожалению. Вот такие дела. А что я могу сказать? Вот тут все. Все. Были, конечно, приятные моменты в этой серии. Были приятные рофлы какие-то, да. Сама вот про линию Шерлока Уэллса мне интересно посмотреть, что он там делает. Мне это интересно, действительно. И Тоун мне интересен был как персонаж. Ну вот эти две сюжетные линии, они действительно интригуют. Все остальное, что было в этой серии, помойка. Все, с вами был я, Blacks Infinity. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, наверное, помните, в 8-й серии я поставил 10, погорячился, наверное, сейчас. Вспоминая эмоции, это, наверное, 9, потому что в серии были минусы, я тогда, наверное, на эмоциях поставил. И с технической точки зрения, и со сценарной, и кое-какие ляпы там были. Поэтому 9, наверное, в 8-й серии я поставлю. Меньше не могу, мне понравилась та серия действительно, но не так, чтобы прям... Вот сейчас не чувствуется тот ахуй, который был тогда, а он должен чувствоваться на 10. То есть я вот «Войну бесконечности» до сих пор стоит 10, потому что до сих пор чувствуется вот этот ахуй вот здесь, тут. До сих пор я могу включить какую-то сцену, и мне будет плохо от того, как это охуенно. Ну, мы поняли. Ладно, все, заканчиваем. Я вырубаю. Все, давайте, пока.